Сегодня мы распаковываем упаковку с Xiaomi с Wi-Fi точкой доступа совершенно китайской, но 4-антенной. Она имеет множество функций. Давайте посмотрим, как сделана коробка. Коробка сделана в стиле минималистическом. Но довольно-таки неплохо упаковано, но ее еще для начала нужно распаковать. Все на китайском языке выглядит просто, красиво, но нет отверстий, чтобы повешать ее в стене. Вот как-то вот так. Два выхода под Ethernet, USB вход и один WAN. Ну вот дальше посмотрим. Все на китайском. К ней есть точки доступа IP-адрес. И просто нужно воткнуть в компьютер. Ну, по мануалу понятно, что ничего. Странно, что там евровилка блока питания. Ну, в общем, там был с ней переходник такой немножечко колхозный. Вот так она выглядит. Белая коробка, белая точка доступа. Очень неплохо выглядит. Проверяем связь после подключения. Ну, вот так определяем уровень сигнала сети. Смотрим, что если далеко пойти, то сигнала совершенно нет. Теперь мы ставим точку доступа, заходим в китайский интерфейс, выбираем название сети и указываем пароль будущей точки доступа. Выбираем, в каких она будет диапазонах работать, и автоматическая настройка. Ну вот. Продолжаем смотреть и смотрим, что происходит. Вот так выглядит, собственно, сама настройка из-под браузера. miwifi.com – это будет вход в саму систему. И вот здесь указываем, как будет выглядеть, например, несколько доступов под этой сетью. Ну, вообще нужно настроить всего лишь две вкладки, как правило, указать IP-шник и через что будет подключаться. По сути, если знать, куда тыкать, сама настройка занимает не более 2 минут. Ну вот здесь я, конечно, прибегнул к переводу с китайского на русский, потому что, ну, по-другому просто невозможно, у меня не получалось, и вот как-то вот так все это происходило. Ходим по параметрам, что-то меняем, устанавливаем DHCP, чтобы раздавал IP-шник в зависимости от диапазонов. И я потом к этой Xiaomi для усиления сигнала еще подключил старенький зюксель, и стал намного быстрее. В той вкладке, которая пролистнула очень быстро, можно подключить флеш-носитель и получить к ней доступ по сети. Но я думаю, что это хорошее решение использовать некоторого хранилища файлов. Не очень надежное, но тем не менее любое хранилище будет доступно по всему месту раздачи интернета. Здесь также можно подключить VPN, ну вот и скорость интернета. Вот здесь можно также заметить. Так.